во вторник. В Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков. Днем плюс 13, плюс 15, ночью 8-10, выше 0. Ветер южный 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани переменная облачность, в дневное время плюс 14, ночью плюс 9 градусов, южный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 14, ночью плюс 10, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 14, ночью плюс 9, южный ветер 4 метра в секунду, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 40%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.